Fall, bro. Hadjeka. Kwame, bro. Kuku, bro. Kuku, bro. Kuku, bro. Klasa stop, kuku, bro. Klasa blok, kuku, bro. Makarov, kuku, bro. Auf den Kopf, kuku, bro. Vladimir Putin, 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 Vladimir Putin. Klasa stop, kuku, bro. Klasa blok. Макаров, кукубрам, а в день коп, кукубрам. Владимир Путин, 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 Владимир Путин. Schwimmende Viertel, Hogwarts zu krüppeln. Kapital, ich will nur lilane Bündel. Burberry Gürtel, mach deine Bitch auf. Bitch lauf, sonst wick ich deine Bitch auf. Bargeld, Kanja, Gucci, Prada, Hennessy. Headshot, Kennedy, pick deine Family. Ich hab A6 im A6 mit Emily. Heide, komm, Heide, Gulli, du Scheibe. Schnapp wie die Scheine, große und kleine. Wir machen euch pleite, wenn du verstehst, was ich meine. Hol deine Gang, guck, ich fix sie alleine. Gib deine Sweet Raps, Booker Reflex. In meiner Eastback, bau ein und relax. Also mein Lieber, was willst du lieber? Kleine in lila, ich zünd dein an und veränder das Klima. Rapper wollen Krieg, aber nicht mit mir. Hier, lila Papier. Guck, wie ich komme und alles rasier. Kapital, ich bin King, also fick mal die Kritiker. Gucci, Nordwegs, Hilfiger. Kein Optiker, ich bin Optiker. Mit zum Beat, ja, komm, Digga. Komm, komm, komm. Krasser Stoff, Kuckuck, bra. Krasser Block, Kuckuck, bra. Makarov, Kuckuck, bra. Auf dein Kopf, Kuckuck, bra. Vladimir Putin, 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 Vladimir Putin. Krasser Stoff, Kuckuck, bra. Krasser Block. Макаров, кукубрам, а в день коп, кукубрам. Владимир Путин, 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 Владимир Путин. Ты пьешь мой коп, а я чек тебе брок. Рэпа волен крик, а по веден где бокс. Коми мит кузикс, аз не профит рос. Думал сафат, а валюш бай ди копс. Ротен, коми тризиге кантен. Аз дена банде мит хинтагеданкен и пузис. Кок и шок, ойру мушис, дузис. Украина мит узис. T-A-P-I-T-A-L. Gib mir mein Geld, aber schnell. Ich will nur Bitches im Schützenhotel. Bitches, die blasen für Coco Chanel. Was für Coco Chanel? 18 Karat Gold. Basteln im Schrank voll. Polizeikontroll. Kickdown, was soll's? Bitte lieb mit Kapital, kommst du, ich geb dir Arsch voll. Ra! Heutzutage will das Para jeder. Para jeder. Bitch ist ein Panamera. Panamera. Rapper machen ihre Fresse auf. Fresse auf. Oh, ich rede nicht, ich fresse auf. Krasser Stoff, Kuckuck, bra. Krasser Block, Kuckuck, bra. Makarov, Kuckuck, bra. Auf dein Kopf, Kuckuck, bra. Vladimir Putin, 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 Vladimir Putin. Итак, приветствую, друзья, всем огромнейший привет, сегодня 2 апреля. Нашел какую-то песню про Владимира Путина, не знаю, хорошее это было или плохое было, вообще в душе не знаю. Но включил, думаю, ну раз Владимир Путин, наверное, что-то второе патриотично, тем более французы поют, понимаете, не Тимати, не Тимати с Честом, да, не Натали, а французы поют про нашего президента. Ну я там только и слов знаю, только Владимир Путин, больше ни хрена, а еще знаешь слово там капитан, я тоже примерно понимаю, про что говорят. Привет, 20 минут. Ага, да, окей. Ну, спасибо. Вот и все. И больше ни одного слова я и не знаю. Ну, бывает же такое, бывает. Ну, вот такая незнайка. Ой, посмотрите, какой красивый мини-купер, да? А вот 5 числа, если не ошибаюсь, это будет у нас... Что там у нас уже будет? Это будет пятница, наверное, да? Надеюсь, я выиграю. Там, конечно, не такой хороший мини-купер, но тоже, надеюсь, что-то, да, и получится выбрать. Правильно же? Я же не зря же там попробовал, поучаствовал. Я, конечно, ничего в жизни ни разу не выигрывал. Из-за этого мне как-то даже как-то стрёмно и неловко, но факт остается фактом. Все-таки надеюсь, что у меня все получится. Ну, серьезно говорю, надеюсь, я получу. А что ж так через сплошную линию-то режешь, перестраиваешься? Тебе же нужно направо ходить. Ты что, блин? На Volkswagen. Таксист, наверное, 100%. Ну, нифига себе, так мы вам пропускаем. Еще ты берешь через сплошную линию, перестраиваешься. Нехорошо, нехорошо, брат. Так нельзя делать. Даза? Даза. Ну что, классная песня, да? Классная, французская такая, такая агрессивная. Владимир Путин, Владимир Путин. В общем, как бы так. Ладно. Как бы Владимир Путин, капитал. Капитал. О, капитал называют. Нифига себе. Капитал, капиталище.
Ну что, я смотрю, вчера немногих из вас бомбануло по поводу района, по поводу, где жить хорошо, где плохо. Кто-то там топит за Мамайку, кто-то за Яна Фабрициуса. Я, в принципе, всех этих людей вживую знаю. Ну, ребят, смотрите, каждый кулит хвалит свое болото. И, само собой, там кто-то говорит, что Мамайка хорошо, кто-то еще говорит, кто-то говорит. Ну, объективно, это ваше мнение, и оно как бы имеет место быть. Но когда я себе выбирал между жилым комплексом «Посейдон» и «Островом мечты», хотя в «Посейдоне» была лучшая квартира с лучшим ремонтом, «Посейдон» же сдался у нас позже, правильно? И я смотрел такую же квартиру в 78 квадратных метров в «Посейдоне», притом с видом на море, все как положено, и она у меня даже на канале есть. Я уже почти готов был ее купить, но потом вспомнил, как на Мамайке вот эта влажность, вот эта конченная влажность, да. Потом я вспомнил, как все-таки дискомфортно ты там себя чувствуешь, когда вокруг там полуголые, орущие, пердущие вот эти бабы, мужики, дети и все остальные. Ну и опять же, как бы, я вспомнил, что я все-таки еще тогда бегал, я понимал, что где я там на Мамайке буду бегать. Там это набережная 500 метров, не больше. Да, ну в одну сторону, в другую сторону, ну километр. А дальше куда? Дальше куда бежать? Ну, куда? И по большому счету я Мамайку от себя убрал именно потому, что хотел вот, знаете, хотел вот ближе к центру, чтобы можно было, говорю, и побегать. Для меня самое главное было, для меня там было, чтобы можно было там, не знаю, там выйти в конце концов, там еще что-нибудь, чтобы вся была инфраструктура и так далее. И вот как бы так, море стояло на последнем месте, ну и, конечно, хотелось, чтобы вещи высыхали, потому что, например, я после спортзала, я каждый день, например, мою, стираю свои вещи, и, конечно, хотелось бы однозначно, чтобы вещи, в конце концов, высыхали, понимаете, чтобы вещи реально высыхали, потому что так, ну, на Мамайке, ну, реально вещи не сохнут. Хотя родители мне искали Мамайку, как бы, я-то думал, что они кроме моря ничего и не захотят в этой жизни, а оказывается, они там, кто-то по тропе здоровья Теренкур гуляет, то просто гуляет и так далее, и много шагов нашагивает. И я думаю, что сейчас родители тоже мне очень сильно благодарны, именно благодаря тому, что они сейчас хотя бы занимаются спортом, и, ну, ходьба же это тоже спорт, и они, наверное, прям благодарны мне за локацию, которую я им подобрал. Но опять же, да, когда приезжает ко мне дочка, лично я стараюсь как бы ее отправить на Мамайку, потому что, во-первых, она сейчас уже приезжает на машине, там, блин, ну вот так тоже одни нарушители, да? Этот перекресток называется проклятый, здесь очень тяжело проехать, очень тяжело. Ну ты же видишь, мы едем, ну проезжай, это, пропускай ты нас, ты что, блин, делаешь? Вот и все, понимаете? И опять же, да, как бы, если бы я стоял сейчас перед выбором, ну, Мамайку точно себе не взял бы. Хоть там есть выезд на дублер или еще что-нибудь, ну, однозначно не взял из-за влажности. Но, а так, говорю, у вас каждому свои, да, как бы, если вы, как бы, овощ, ну, такой вот, есть же люди овощи, да, которым там, как бы, только 10 метров дойти до моря, и больше ничего не могут в этой жизни. Овощам Мамайка за ура. Как правило, те, кто живут на Мамайке, они редко бывают в парке Ривьера, редко бывают в Дендрарии, редко где-либо бывают. Они вон дальше на своего пляжа никуда не уходят. Это статистика, это не я говорю, это статистика. Почему? Потому что на такси с Мамайки доехать до центра, это довольно-таки недешевое удовольствие, это прям реально дорого. А на автобусе там в толкучке ехать, это тоже не самое лучшее, что вы можете себе придумать. Поэтому здесь такое. А по поводу наводнения, надеюсь, вам понравилось, освежил вашу память. Вот как бы так. Ладно, давайте пробежимся по новостному порноблоку, посмотрим, что же есть здесь такого. Короче, еще проще. В России облегчили перевод жилого помещения в нежилое и обратно. Слушайте, ну если в России такие законы приняли, что опять теперь можно переводить из жилого в нежилое и из нежилого в жилого, то, с одной стороны, у нас есть вероятность, что появится целая куча жилых помещений. Именно не апартаментов, а именно жилых помещений. Потому что все-таки плюс какой, например, у жилого помещения от нежилого, да, так называемых апартаментов? Коммуналка. Коммуналка. Например, знаете, вот у меня, например, за квартиру уходит 6 тысяч, да, вот в жилом комплексе «Остров мечты». И я считаю, что это много, да, ну, согласны же, да, там, 6 тысяч за 78 квадратных метров, у меня коммунальные платежи, живем вдвоем, там, не знаю, там, и стираемся, и моемся, и так далее, там, и все это есть.
Я моюсь как минимум два раза в день, потому что утром моюсь и вечером, когда прихожу, там моюсь и так далее. Ну, короче, расходуем по полной. Но у нас есть, к примеру, на Яна Фабрициуса апартамент комплекс Diamond. И за 35 квадратных метров коммуналка выходит в 10-11 тысяч рублей. Из-за того, что там нет газа, из-за того, что там электричество стоит дороже, там получается около 11 рублей за киловатт, вода стоит дороже, потому что нежилое. Вот вам я и ответ, что сюжета сказки нет. Он ушел еще вчера в синих ластах и носках. Поэтому, с одной стороны, поправки... Обычно все поправки не касаются Сочи, но если, может быть, из нежилого переводить в жилое, это будет реально круто. Ну, я серьезно говорю, потому что тогда у нас появится более-менее доступное жилье, которое вы можете приобрести, чтобы была прописка. Потому что сейчас, на данном этапе, вот сейчас, если мы с вами посмотрим, да, на данном этапе, то жилые помещения сейчас не строятся, потому что их нельзя разделить. Вот нежилое делить можно, а жилое делить нельзя. Поэтому все, что появляется бюджетное, это те самые конченые апартаменты, которые не каждому из вас нужны. Потому что, говорю, вы можете за маленький крохотный апартамент платить коммуналку больше, чем за большую классную квартиру. Понимаете? Вот так. Ах, школьная пора. В Краснодаре открыли 3 новых школы. Вот так вот. Ну, главное вовремя открыть, правильно? Ну, что, у нас же сегодня 1 сентября, наверное, да? А, 2 апреля. Плюс 15 градусов. Ну, так, я думаю, да, наверное. Наверное, скажет, ну что, а почему нет? Лучше поздно, чем никому, да? Так сказала женщина 50 лет, когда знакомилась на пляже с продавцом чершелы. Лучше поздно, чем никому. Значит так, майские выходные на подходе. В Сочи подорожает аренда жилья. Конечно, ребят, подорожает аренда жилья. А вы думали, что не подорожает, что ли? Конечно, подорожает. А почему подорожает? Кто мне скажет? Ну, правильно, потому что недвижимость в Сочи для многих стала очень далеко. Ну, серьезно. Вот знаете, вот я сегодня поеду снимать, у нас нескучный зад, и я сегодня поеду снимать для вас еще, кстати, классный вариант, я для вас сниму. Сниму в хосте 5-звездочный отель, например, застройщика стоит 810-850 тысяч рублей за квадратный метр, а я вам предложу от инвестора, да, от того человека, кто продал этот кусок земли и так далее, и там цена, сразу говорю, будет 550. Но это будет в любом случае выгоднее, чем нескучный сад. Но нескучный сад я тоже покажу, да. Именно расскажу, кто покупает апарт-отели. Там минимальная точка входа 16 миллионов рублей. Но я думаю, сниму сюжет, я думаю, многим из вас будет интересно. Я понимаю, что не каждый из вас сможет купить, но хотя бы сможете поглазеть. А что ты с крайней правой полосы поворачиваешь налево? Опухло, что ли? Так нельзя делать, даже на китайском автомобиле нельзя делать. Что за привычка такая хамская пошла? Так нельзя делать, ребят. Ну, вот, в общем, вот как бы так. Я думаю, что все это будет у нас видно и понятно. В Сочи начался весенний призыв. В окне автобуса поплыл прекрасный военкомат и девки о, теперь ты в армии. Да-да. Слушай, надо другую песню включить. Там, блин, мата много, но она всем прикольная. Ну, что у нас? От 18 до 30 лет призывники. Ну, у меня там кто-то, у меня из мужиков, да, у нас же мужики самые любознательные, они мне пишут: Максим, а если будет мобилизация и тебе призовут, что ты будешь делать? Хочется, конечно, ответить, мастурбировать и бегать. Ну, мы же с вами культурные, у нас же культурный канал, да? Может, там у нас канал культура же. Что я буду делать? Ну, точно не пойду никуда сбегать. Я же вам не чмошник конченый, я же вам не те ребята, которые выстроились в ряд, когда объявили мобилизацию, и они все встретились у нас в Нижнем Ларсе, да? Нет, точно, сбегать никуда не буду. Ну, призовут, ну, значит, тихо, ты куда ты едешь? Еще что-то ругается, ты куда едешь? В заранее нужно перестраиваться и поворотник включать. Заранее нужно перестраиваться, а не подрезать меня. Ну, правила дорожного движения ты не знаешь? Что? Правила дорожного движения ты не знаешь? У кого приоритет сейчас? А? У кого приоритет движения? Кто перестраивается? Учи правила. Такой наглый просто берет и просто прям режет, понимаете? Просто
берет, перестраивается, очнулся, ехал в крайне правом ряду до последнего. Я таких людей просто не понимаю. В крайне правом ряду ты едешь до последнего, и в последний момент ты понимаешь, что нужно. Но нефиг ехать в крайне правом ряду до последнего, да? Вот так вот как бы обгонять. Если ты потом берешь и все-таки, вот он. Вот теперь вот он, этот ребенок на BMW, он перестроился и поехал по выделенной полосе. Вот он, ребят, на BMW. Вы можете себе такое представить? И он себя еще считает правым. Мужик, вот ты посмотри потом себя. Слушай, с питерскими номерами, питерасты вы наши. Во-первых, эта полоса предназначена для автобусов. Во-вторых, когда ты перестраиваешься, нужно включать поворотник. И в-третьих, заблаговременно нужно поворачивать. Заблаговременно нужно, а не просто резать в наглую и все. Понимаете? И там для автобусов нельзя там проезжать. Даже если у тебя BMW, даже если у тебя гроб на BMW стоит сверху. И даже если ты на питерасских номерах. Ну это вы можете себя в Питере по-питеристически вести. В Сочи надо вести себя культурно, нормально. Еще считает он что-то там, что-то там, что-то огрызается, блин. Задолбали вы уже, блин. У меня уже мой друг Евгений, извиняюсь, да, что сказал, ну, Макс, где, говорит, можно купить, говорит, хорошую, классную биту с сердечниками. Я говорю, а что так? Он говорит, да мне задолбали. Я, говорит, пока еду, я уже все, говорит, уже буду уходить, говорит, все. Я что-то так прикинул, думаю, может быть, тоже биту купить, все. Хотя, думаю, я без биты со всеми справлюсь. Ну, с любым из вас, вот из наглецов, которые себя ведут по-хамски, с любым из вас справлюсь. Вот серьезно, вот в один раскатаю любого. Вот серьезно говорю. Не родился тот человек. Ну, как, может быть, физически есть, но дух у вас такого нет, как у меня. Макс, красавчик. Ладно, мы с вами дальше. Блин, с утра пятерасты всегда мне бесят, блин. Ну, что за привычка? Я говорю, мало того, потом взял, обиделся и еще по встречке по автобусу поехал на BMW. Ну, вы, ребят, ну, в своем уме, ну, вы что? Ну, поэтому и говорят, что все BMW-шники, ну, еще особенно с Питера, они все питернутые. Ну, серьезно, так нельзя делать, вы что? Тем более, я понимаю, если бы там ты бы ехал бы на правом руле, там, я понимаю, если бы там еще, ну, ты вроде мужик, там, вроде мужику уже 50 лет, ну, масло в голове должно быть. С 1 апреля магазины не смогут продавать просрочку. Короче, блин, а что, до этого можно было продавать просрочку? Я что-то не понимаю. Я читаю эти новости и думаю, может быть, вчера была 1 апрельская шутка, и сегодня это с опозданием. Как понять, что не смогут продавать просрочку? А что, раньше у нас продавали эти просрочки, а, ребят? Я вот не могу понять, вот хоть убейте меня. Теперь, оказывается, просрочку нельзя продавать. Ну как так-то? Всегда можно продавать, а теперь продавать нельзя, а? Вот так вот. Гаишники задержали машину и эвакуатор. Короче, тормознули водителя тонированного. Но он говорит, а я, говорит, простою, говорит, я, говорит, не еду. Те говорят, ну и не едь. Он, короче, берет, вызывает эвакуатор, чтобы, типа, короче, чтобы не растонироваться и так далее, чтобы эвакуатор его отвез. Приезжает эвакуатор, они его эвакуатор начинают смотреть, а у него, кажется, рулевой неправильно. В итоге, короче, гаишники эвакуировали и эвакуатор, и машину за повторное нарушение. Ты что делаешь? Ну, с крайней левой полосы нужно поворачивать, бестолочь. Это полицейский у нас, я вам серьезно говорю. Это вот сюда сейчас едут в полицию. С крайней правой полосы через линию поворачивать налево. В правила дорожного движения тоже так делать нельзя, потому что я каждый день сижу, изучаю правила дорожного движения. И обычно делаю максимум одну ошибку на 25 вопросов. Максимум делаю одну ошибку. Поэтому правила все сейчас знаю. Скоро буду сдавать на категорию А. Представляю, как здесь на мотоцикле будет тяжело ездить с такими ездунами, да? Представляете? Я говорю, здесь это 100%. То просто так никто не может поставить, там, потому что там, ну, реально выходят полицейские, ругаются. Это те ребята, которые приехали на службу, понимаете? Просто ты берешь и с крайней правой полосы просто ты берешь, через ряд перестраиваешься и подрезаешь. И вот. Ну, там уже нормально, там уже, ну, человек с рулем в бардачке, потому что, когда ты едешь, у тебя руль в бардачке, у тебя кажется, что у тебя правила дорожного движения и расположение автомобилей на проезжей части у тебя зеркальным. Ну, бывает такое. Ну, ничего страшного. Можно. Ну, сами понимаете, тяжело так. И так они жизнью обиженные с рулем в бардачке. Правильно же? Представляете себе? Как обгонять? Как еще что-то делать? Вон, перед пешеходным переходом даже 5 метров нету. Вон, все остальные с левым рулем стали за пешеходным переходом. А здесь, да, по барабану, фиолетово.
И кто у нас еще? Ну и владелец Kia, да? Тоже на пешеходном переходе стал. Ну так вот. А, пойдем дальше. Иностранные права нужно будет подтверждать с апреля. В России изменится правило выдачи водительских удостоверений. Вот как бы так. В Сочи откроют 70 благоустроенных пляжей к летним сезонам. Это, конечно, хорошая новость, но есть и плохая. Эти благоустроенные пляжи, они с каждым годом все становятся больше тех самых лежаков, шезлонгов и так далее. И просто обычным смертным, те люди, которые хотят сэкономить и 250 рублей не платить за лежак, а просто кинуть свое полотенце с отеля, как беленькое, им тяжелее и тяжелее найти то место, где можно кинуть то самое полотенце. Это на самом деле печальный факт, я вам серьезно говорю, это печально. Потому что, ну, не каждый готов 250 рублей отдать за лежак, правильно? Лучше поваляться в том месте, где собачка накакала, кошка пописила и тому подобное, чем просто взять и на лежаке нормально культурно отдыхать. Тут скажет: Макс, ты ничего не понимаешь. Просто людям нравится ближе быть к земле. Так закапывайтесь тогда. Если ближе быть к земле, там, ну, возьмите, что вас закопали, что там вместе с головой даже, вон, там, трубочку просуньте, дышите, да и все. Да никому не нравится лежать на земле. Тем более в Сочи. Да если в Сочи был бы белый песок, может было. Но у нас не белый нифига песок. У нас там везде какая-то там, не знаю, какая-то галька, в лучшем случае. А так какая-то Надька, Танька и тому подобное. Да нет, шучу, конечно. А так обычно прям реально острые камни. И на них точно лежать неудобно. Ну, не надо обманывать сами себя. Не надо обманывать. Бывшего архитектора в Сочи приговорили 6 годам в колонии. Короче, бывший архитектор в Сочи брал взятки. И одного застройщика сказал, говорит, с тебя, дружище, 75 лямов. Тот дал ему задаток 3,5 ляма, да, чтобы тот не мешал, там, да, помог там в лесной зоне. Потом должен был передать 20 и тому подобное. А потом взял и решил просто взять и заявить полицию. Короче, дали 6 лет за это. Ну, за то, что, получается, у нас один архитектор кинул... Извиняюсь, да? Один архитектор кинул одного, получается, у нас кого? Кинул одного у нас застройщика. 6 лет, ну, вроде бы кажется, ну, блин, ну, да, молодец, ну, да, нормально, да, все хорошо. Но, ребят, ну, я не понимаю российские законы, я не понимаю законы Российской Федерации. Я серьезно говорю, я их не понимаю. А вот что, у нас же тут выделена полоса для автобуса, ты куда поехал? На Камбре, ты куда поехал? Ну, не, и на Ниве здесь ехать нельзя, на Ниве точно на автомобилях здесь, ну, как бы, это точно не такси, потому что где три двери по правилам Яндекса, по правилам любого оператора, как бы, чтобы возить людей, должно быть как минимум 4 двери, понимаете, а не 3 двери. Что за херня началась? Ну и, соответственно, что у нас получается? У нас получается такая штука, что, например, когда застройщик кидает, например, тех же самых... своих, да, когда кидает своих клиентов, да, вот своих клиентов кидает, ему дают там максимум 4 года. 4 года дают, да, 4 года. Просто там миллионы, там миллиарды. А здесь получается, одного человека всего лишь, получается, мягко говоря, кинул, да, взятку все, и 6 лет. Ну, мне кажется, это как-то неравно, да. Здесь один пострадавших, а там пострадавших целая куча. Поэтому и застройщики готовы идти на все подряд, потому что, ладно, что там, 4 года, пока сидят в КПЗ, там, день за два проканывает, и все. Знаете, есть такой еще вопрос. Имеет ли преимущество... Ой, видали, даже поворот не включает. Имеет ли... Вот здесь, например, выделена полоса для автобусов. Вот почему водители ДПС взяли и не сделали замечание, что данный человек с 48-го региона двигался по выделенной полосе. Почему вот этим ребятам не сделали замечание, которые стоят на автобусной остановке? А знаете почему? Потому что им насрать. Вот я им серьезно говорю. Им фиолетово, вот, понимаете, вот по барабану, вот, честное слово. Ну, примерно так. Хотя, видите, поворотник включает. Красавчик, ребят, красавчик. Если бы еще замечание делал, вообще там ему сказали, примерно, респект тебе и уважение. Вот как бы так, какие у нас несправедливые, да? Как у нас говорил антибиотик, да? У нас можно там, не знаю, за мешок картошки сесть на 6 лет. Это некоторые воруют вагонами, да, там, комбинатами воруют. И им ничего за это, понимаете? Вот такая у нас несправедливость бывает. В Сочи столкнулись две иномарки лоб в лоб.
Ну а что, бывает такое, не без этого. В Сочи водоканал организовал подвоз воды из-за ремонта на магистрали. Кстати, в «Остров мечты» была вода, и в «Остров мечты» вода у нас никогда не отключается. Поэтому, ребят, выбирайте правильные жилые комплексы. Житель Сочи купил почти 3 килограмма наркотиков на перепродажу. Теперь ему грозит пожизненное. 3 килограмма – это нормально. Я вообще считаю, что наркоманов вообще нужно, как бы, и те, которые распространяют это все, это нужно делать смертную казнь. Вот как вот сейчас думают по поводу террористов, да, смертную казнь и так далее. Я считаю, что реально нужно делать ту самую смертную казнь. Я считаю, что это так вот должно быть. Ну, реально должна быть смертная казнь. И тогда уже не будет пробовать ваших детей взять и подсаживать на наркотики. Почему я говорю ваших? Ну, потому что вы своими детьми не занимаетесь. Вот, я, например, своим ребенком занимаюсь, да? У меня ребенок знает, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете? Ну, знает такое, да? Вот. А у вас же все извращенное, да? Знаете, это как бы это мне тоже подписчик из Санкт-Петербурга сказал версию, да, что такое хорошо, что такое плохо. Вот в Санкт-Петербурге как это выглядит. Вы знаете, какая версия? Вы знаете, вот говорю, вы читали же в детстве, да, что такое хорошо, что такое плохо, да? Крошка, сын к отцу пришел и спросил у кроха, там, папа, там, все. А в Санкт-Петербурге у них все по-другому, у них все, вы же сами видели, да, как сейчас с Питера мужик ехал там в выделенной полосе, там, с гробом на это, и все. Они так себя ведут везде. У них интерпретация другая, там, максимум, что хватает, это вот, крошка, сын к отцу пришел и сказала кроха, папа, в жопу хорошо? Да, сынок, неплохо. Из воспоминаний, ну, ладно, не будем, да, говорить такого, ну, серьезно. Ну, такое ощущение, как будто, не знаю, мы когда с женой были в Санкт-Петербурге, она постоянно, Макс, смотри, мальчик, там, ничего страшного, у нас тоже, вон, бывает, там, как бы, определенные национальности, там, здороваются, там, не знаю, там, чуть бы не в десна сосутся, ничего страшного, бывает такое, мы же живем в толерантном государстве, у нас же, там, сейчас, свобода всего, ну, посмотришь, там, даже страшно становится, что вокруг происходит. Ну, ладно. Бежим с вами дальше. Лучшая свадьба в Сочи. Курорт стал победителем Weijun Travel Awards 2023. Ну, как бы, если хочется вам пожениться, то, конечно же, добро пожаловать в прекрасный город Сочи. И знаете, что мне, конечно, обидно было? Написано, что лучший курорт России для свадьбы – Красная Поляна. Лучший отель для свадебной церемонии – Родина. Хотя мне вот Родина не понравилась. Мне там показалось, что такой интерьер был такой уставший. Вот мы когда выбирали вот между Родиной, да, последней было, и между Камелией. Камелия, вот мы как бы выбрали Камелию. Камелия для нас была в приоритете. Хотя цена у них была примерно одинаковая. Ну, не знаю, мне Родина почему-то не зашла. Бывает же такое, бывает. И, опять же, номера, которые там хотелось оставить, там номера такие были конченые, с такими, знаете, это цыганское, это золото, это цыганское, армянское, это просто жесть, короче, выколи глаз называется. Хотя вот кому-то это нравится, понимаете, кому-то нравится. Не знаю, может быть, людям нравится, которые приезжают с культурной столицы на BMW, которые передвигаются по выделенным полосам для общественного транспорта и для такси. Ну ладно, как бы это не суть важна. Ну там просто цыганщина, там просто жесть. Лучший отель для медового месяца Radisson Collection Spa Сочи. Ну, тоже сомнительно. Ну да ладно, как бы раз три номинации все в Сочи, ну, как бы хочется в это верить. Сочинец победил на Всероссийской Олимпиаде по истории. Ребят, ну как так? Вы же говорите, что в Сочи, блин, слабые знания дают, да? Там все. Может быть, ваши дети просто как бы недоразвитые, а? Ребят, может, ваши дети недоразвитые? Может, вы им мало внимания уделяете? Ну как так? Вот на прошлой неделе по физике заняли первое место, Сочи первое место. Сейчас, получается, по истории, ни с Москвы, ни с Санкт-Петербурга, ничего, понимаете? Хотя вот вру там, история гейского искусства, ну, было такое, и там вроде как бы мальчик с Санкт-Петербурга занял первое место вот, по истории гейского искусства, понимаете? А вот, например, если взять просто, например, да, обычную, да, если взять обычную историю, то почему-то у нас в Сочи берут и выигрывают, занимают первые места. У вас какие двойные стандарты? Да, кстати, брат, короче, заболел живот,
И он взял на машине, поехал в больницу номер 4. Говорит, ребята, у меня болит живот. А врач такой, значит, кто-то там живет. Если это не глисты, значит, это сделал ты. Он говорит, да вы что, я же мальчик. А, говорит, извини, мы думали, ты из Санкт-Петербурга. Говорит, извини, пожалуйста. Ну, а, говорит, я не Сорск, у нас там нельзя так понять. Я говорю, ну все, извини, просто шутка, неудачно. Говорит, ну ладно, хорошо, говорит. Что, болит, живот, говорит. Он говорит, ничего себе, иди, сходи, на КТ. А брат говорит, а сколько стоит? Ну, брат же у меня экономный, он такой, сколько стоит? Я говорю, ты что, ты же приехал с острой болью, бесплатно. Серега говорит, что, серьезно, бесплатно? Я говорю, да, говорит, он хорошо, говорит. А говорит, а УЗИ, говорит, можно бесплатно брать? Ну да, конечно, говорит, врач, говорит, еще и УЗИ, ты же приехал с острой болью, говорит, городская больница номер 4, ты что, у нас же есть в Олимпиаде, все дело, говорит, хорошо. Тык-тык, все сдал. Врачу говорит, ну как? Он говорит, слышь, говорит, ты, говорит, падла, говорит, ну ты, говорит, конечно, говорит, ты, говорит, дождался, говорит, ты в смысле, говорит, дождался, брат, говорит, ты что, говорит, ты что так базаришь? Говорит, ты что, говорит, тебе надо операцию делать? Он говорит, да ладно, говорит, ну да, говорит, сколько стоит? Врач говорит, ты что, говорит, дебил, что ли? Говорит, ты что, говорит, прикопался? Ты что, говорит, риэлтор? Он говорит, ну да. Говорит, сколько стоит? Бесплатно, говорит, ты же, говорит, у тебя же остро, ты же приехал, говорит, у тебя же прописка, он в Министерских озерах. Он говорит, ты что, конечно, бесплатно все. Говорит, да ладно, говорит, да, говорит. Брат говорит, я пойду, говорит, машину перегоню. Он говорит, ты что, говорит, дебил, говорит? Все, говорит, на операцию, говорит, медлить нельзя. Понял, говорит, понял. И, короче, через 30 минут ему делают операцию на аппендицит. Притом делают операцию с этими, которыми двумя проколами, надувают живот. Там, короче, ну, по новой технологии, где даже в других городах России такой-то нанотехнологичный подход к этой операции, да, есть два вида, да. По-старому колхозному закатил рукава, такой себя выкинул, там собака бегает, там, да, пожили, там. А это прям такое все современное, красивое, все классно. Все сделали, хорошие, говорит, эти, все, ну, да, немножко поболело, там, от наркоза отошел, кардиораму сердца сделали, там, все сделали, все. Ну, и факт остается фактом. Брат говорит, блин, подход у врачей просто бомба. Деньги там никакие не вымогают, ничего не делают. Вот все, что нужно сделать, там всякие КТ, УЗИ, пердези, там все, говорит, сделали, все на месте, все бесплатно, все очень быстро, просто быстро, со скоростью света, вот как бы так, и все, говорит. Ну, а говорят, что медицина в Сочи плохая, говорит, да нихера, говорит, как бы, если бы это произошло в Орске, там, пока ты там, тебя там вымогали до последнего. Слышь, говорит, а у тебя есть 20-ка? 20 тысяч. Ну, ты что, нет? Ну, ладно, говорит, тогда вот у нас тоже сейчас пока времени делать операцию. А у тебя пузо все больше и больше. Сейчас будет один заражение. Ну, что, есть? Ну, я там это... Ну, ты можешь перевести по карте. А, ну, да. Например, у меня так было, когда я это... Когда я в Орске попал, вот, когда у меня был рак. У меня там сказали, о, все, приезжай через полгода на операцию. Слушай, а сколько с этим живут? С этим живут 3 месяца. Да ладно. Давайте договариваться. Он говорит, давайте, с тебя. Тридцаточка и. И что, и когда? Сразу ложусь на операцию. Ты что, блин, ты что, все, время нельзя, ты что? Так ты же мне предлагал прям пару минут назад прийти через полгода. Ну ты что, говорит, ну я предлагал, если бы ты не захотел бы платить за операцию. А когда ты хочешь платить за операцию, тебе надо сейчас делать. У меня же задача, чтобы ты не сдох, понимаешь, раньше времени. Понял тебя? Понял. А здесь, видите, по-другому. Извиняюсь, деньги не вымогали. Соответственно, операцию сразу же в тот же день сделали. По идее, сегодня уже брат у нас уже выписывается. Кормят хорошо, подход хороший. Врачи грамотные. И вот как бы так. Врачи грамотные. Вот и все. А вы говорите, в Сочи нет образования, в Сочи нет медицины. Ну да, конечно, нет. Конечно. У меня ребенок учился в Санкт-Петербурге на пятерке, а здесь даже на тройку не тянет, да? Ну, может быть, ваш ребенок как бы учился по какой-нибудь программе для аутистов, ну, как бы в Санкт-Петербурге, а здесь он не может тянуть. Почему в списке вот этих вот у нас каждый день, да, какой-то, почему в этих списках нет у нас ребят с Москвы, почему нет Санкт-Петербурга, почему нет Екатеринбурга, почему нет с Владивостока, почему? При этом фигурирует, что участвует у нас по 290, по 360 человек. Вот где вот ваши как бы победители, земляки в этих олимпиадах? Где они, ребят? Где они? Вот так.
В Сочи перевернулся автомобиль такси, как всегда. Потом в Сочи автомобиль такси сбил мопедиста. Потом еще, короче, у нас такси. Может, это реклама ненавязчивая такси, вызывайте такси в Сочи. Может, еще что-нибудь, не знаю, как это все отнести, но факт остается фактом. Ладно, ребят, вам всем пожелаю прекраснейшего настроения. Я вам желаю побольше позитива и, конечно же, больше эмоций, больше. И тоже вот еще раз хочу сказать, вот те ребята, которые пишут комментарии, вы молодцы, вы красавцы. Но вы сначала загугливайте, пожалуйста, когда вы что-то хотите сделать, написать, вы сначала возьмите, загуглите и перепроверьте, чтобы потом стыдно не было. И все. А то получается у нас пока какая-то мания появилась, вы сначала пишете комментарий, потом сами же свой комментарий удаляете, а у меня думают, что я беру и удаляю комментарий. Нифига, ребят. Поэтому как бы так. Я вам желаю всего хорошего. Уже 19,5 градусов. Ну, реально жарко. Уже можно в футболочке ходить. И сегодня тоже еще парочку моментов я вам выложу и тому подобное. И будет, как говорится, вам счастье. У меня один из подписчиков спросил, чем отличается ЛПХ от ЭЖС. Я сегодня сниму на эту тему видео про разновидность участков, про разновидность жилья и тому подобное. Сегодня сниму эту тему, потому что смотрю, вопросов у вас много появляется. Надо на все эти вопросы дать ответ. Вам всем добра и пока.